Интервью, записанное перед последним экзаменом по истории в 1987 году. Первое, к кому я обращаюсь, это Алахова Марина. Интервью, записанное с выпускниками 1987 года, 25 июня, перед последним экзаменом по истории. Первый, к кому я обратилась, это Аширова Света. Света сидит, читает учебник истории, все руки у нее исписаны шпаргалками. Света, какой ты хочешь, чтобы тебе попался билет по истории? 14-й. А почему ты хочешь, чтобы 14-й билет попался тебе? Больше не учила ни одного билета? Ни одного, кроме этих билетов, кроме всех билетов, я хорошо знаю 14-й билет. Самый лучший, да, который ты знаешь? Света, какое у тебя сейчас состояние, какое чувство? Вот ты сдаешь последний экзамен, а потом что? Ну, у меня... Не сказать, что очень веселое состояние. Я не хочу прощаться со школой, потому что за все эти 10 лет, которые я получила в школе, мне не было скучно в нашей школе. Я буду часто вспоминать все вечера, которые проходили в этой школе. Особенно мне запомнятся те вечера, которые проходили совместно с учителями. Ну, спасибо большое, Света. И последнее, что ты хочешь пожелать вот выпускникам следующего года, которые тоже 25 июня на следующий год будут вот записывать на магнитофон свои пожелания, интервью, что ты им пожелаешь? Ну, выпускникам 88-го года уже я хочу пожелать, чтобы они никогда не забывали нашу школу и так же, как мы всегда, приходили в нее. Сейчас я обращаюсь к Светлане Кульба. Она ходит тоже с учебником истории по коридору, читает историю. Света, вот сегодня у вас последний экзамен. Ты последний раз в жизни одела школьную форму. И вообще сегодня очень много последнего в вашей жизни. Какое у тебя сейчас чувство? Ну, всегда, когда последнее, конечно, чувство какой-то жалости может быть. Ведь больше этого у нас никогда не будет. Вот именно последний раз школьная форма. Бант на голове. Конечно, очень жаль прощаться с этим. Особенно со школой, где мы провели, может быть, самые лучшие свои годы детства. И, конечно, воспоминания о школе будут всегда самые хорошие и самые теплые. Света, какой ты хочешь, чтобы тебе попался билет по истории? Ну, конечно, хотелось бы 9-й. Ну, а вообще ты все выучила билеты, нет? Да. Я выучила, да? И на что ты надеешься сдать историю? Ну, это время покажет. Ну, а вообще, какую оценку ты хотела бы получить? Я хотела, чтобы не только я так сдала, чтобы все мы хорошо и на отлично сдали экзамены. Света, вот на следующий год, 25 июня, я буду записывать также интервью у выпускников 88 года. Ну, а перед этим я включу вот это интервью, которое записываю сегодня с вами. Что бы ты им хотела пожелать? Ну, также, конечно, раз они выпускники, тоже, чтобы хорошо сдали экзамены. Ну, и чтобы воспоминания о школе у них были такие же самые хорошие и теплые, как у нашего класса и у меня. Спасибо, Света. Вот я все... Вот я все записывала интервью у тех ребят, которые еще не сдали экзамен по истории. И вот, наконец, первый человек, который сдал экзамен уже, это Алахова Марина. Марина, какое у тебя сейчас чувство, когда ты сдала последний экзамен в своей жизни, имеется в виду школьный экзамен в школе? Отлично. Отлично. Ну и как ты сдала экзамен? Плохо. Плохо? А почему ты плохо сдала? Ну, Марина, почему плохо сдала такой экзамен? Как ты думаешь, что... Плохо готовилась? Да. Плохо готовилась к экзамену. Ну вот смотри, Марина, все экзамены уже позади. Ты сдала все школьные экзамены. Сегодня последний раз в своей жизни ты одела школьную форму. Больше ты ее никогда не оденешь. Какие у тебя чувства? Поделись, пожалуйста, своими пожеланиями выпускникам, которые будут на следующий год сдавать экзамены. Жалко расставаться, конечно, со школьной формой и со школой тоже. Еще бы получилось 10 лет. 10 лет даже. А сейчас я обращаюсь к бывшему нашему секретарю комсомольской организации, к общественнице, к активистке Брюхановой Оле. Она только-только вышла с экзамена. Оля, какое у тебя сейчас чувство? Страха. А почему? Радости. А почему чувство страха и радости? За что ты боишься? Боюсь за что? За что получу? То, что получу, боюсь. За оценку? За оценку.
А радость то, что все экзамены позади. Что ты окончила школу, да? Школу, да, все. Выпускница, да? Да. Оля, вот это интервью, которое я сейчас записывала с твоими одноклассниками, и вот у тебя беру его тоже, будут слушать на выпускном вечере ваши родители, твои одноклассники, учителя. Что бы ты хотела сказать? Кому-то из них или всем вместе? Ну, чтобы родители не сильно боялись за нас, мы все поступим куда хотим или пойдем работать. Ну, все, наверное. А сейчас наш репортаж мы ведем с экзамена по истории. И на этом экзамене отвечают все ребята, улыбаются, сидят перед ответами, все хорошо знают. Я задам вопрос Кульба Светлане, потому что до экзамена мы брали у нее интервью, и она сказала, что хорошо подготовлена к экзамену, очень хотела бы 9-й билет. Какой, Света, тебе попался билет? Ну, как хорошо или нехорошо я подготовлена к экзаменам, будет судить экзаменационная комиссия, а попался мне 30-й билет. И вот я приступаю к нему. Над нами нет разрывов бомб и снарядов. Мой ответ будет обращен к концу Второй мировой войны, в частности, к разгрому империалистической Японии. Итак, после Потсдамской конференции, которая состоялась 17 июля по 2 августа, империалистическая Япония, нарушив свои договоренности, объявила войну Советскому Союзу. Вообще нужно сказать, что этот сосед был для нас не совсем благополучным и благонадежным. И во время войны мы просто-напросто вынуждены были более 40 дивизий держать на этом фронте. Ведь если вспомнить, значит, военные действия 1939 года на Балтинголе, то этот опыт нам говорил о предосторожности. Итак, Япония объявила войну Советскому Союзу. Нужно сказать, что эта война длилась всего 24 дня и имела свои особенности. Во-первых, сама территория Японии. Мы знаем, что Вторая мировая война происходила более существенно в западной части нашей страны. Так вот, эта война происходила совсем на другой территории, то есть на востоке. Здесь можно сказать и о климате, и о рельефе данной страны, и о самом противнике, которого называли, как говорится, маньяками, можно так сказать. Хотя они были... Вот Света закончила свой ответ, и мы, конечно, до конца не записывали его, и... Это не положено, но я в виде исключения задаю вопрос члену экзаменационной комиссии заучу школы Надежде Дмитриевне. Надежда Дмитриевна, скажите несколько слов об ответе Светланы. Ну, я не один раз уже слушаю вообще ответы Светы Кульбы. Так попало, что я слышала ее ответ по физике, слышала ответ по иностранному языку и просматривая... Вот все документы, которые заполняются при ведении экзамена, мы всегда находим фамилию Кульба Светы как ученицы, которая блестяще отвечала на экзамен. Но и ответ по истории обществоведения Светы Кульбы нас тоже порадовал. Во-первых, мы здесь чувствуем знания, широту знаний по многим предметам, межпредметная связь отмечаем здесь, убежденность. Настоящая зрелость десятиклассницы, которая сдает последний экзамен. Нам хочется ее видеть в числе студентов. Ну и, наверное, будет все-таки оценка отличная, да, за этот экзамен? Да, конечно, я думаю, что члены комиссии тоже согласятся и поставят ей высшую оценку. Спасибо большое, Надежда Дмитриевна. Так, ну а сейчас на экзамен зашел Курчев Сережа. Какой, Сережа, тебе достался билет? Мне? 3-й. Ну и как, ты знаешь этот билет или нет? Знаю. Ну, счастливо тебе, Сережа, сдать экзамен, ни пуха, ни пера. К черту.
Итак, пожелав Сереже Курчеву успешно сдать экзамен, мы ушли с экзамена, и вот я сейчас нахожусь в окружении девочек, которые уже сдали экзамен, сидят в кабинете, очень радостные лица, веселые. Я обращаюсь к Куркиной Татьяне. Таня, вот ты сейчас закончила школу, сегодня сдала последний экзамен. Какие у тебя планы на будущее? Ну, я хочу поступить в сельхозинститут, хочу уехать в деревню. А на какую специальность ты хочешь учиться? Чтобы быть с животными. Работать с животными, да? Ну, конечно, это очень благородная специальность. Всего тебе хорошего в жизни, я желаю. Таня, ну вот и еще такой вопрос мне хотелось бы задать тебе. Что тебе больше всего запомнилось из всей школьной жизни? Или уроки, или общественная работа? Вот поделись своими мнениями, пожалуйста. Я так любила рисовать, когда же она с уроков брала нас. Только когда с уроков, а когда не с уроков, не любила рисовать? Тоже очень любила. Да, Таня у нас действительно была очень хорошим и незаменимым художником. И вот те картины, газеты, которые она рисовала, конечно, останутся в памяти не только учащихся нашей школы, но и в памяти наших учителей. Что же мы будем без тебя, Таня, делать? Всего тебе самого хорошего в жизни, всего самого доброго. Так, ну и еще хочу задать вопрос вот здесь Аширова Света. Света, какой тебе урок больше всего запомнился? Или в 10 классе, или в младших классах? Ну, для меня все уроки были, как говорится, праздником. Мы никогда не ходили на них. Ну, мы все... Вообще не ходили на уроки? Нет, мы любили все уроки. Но моим любимым уроком... Ну, я даже не знаю, какой был урок. Ну, наверное, урок физкультуры. НВП. Урок физкультуры, наверное. Так, а вот здесь Света Акульба говорит, что НВП ей очень нравился. Это почему тебе нравился этот урок? Нет, я говорю не свое мнение, а Света Широва. Так, ну и что вы можете сказать об уроках НВП? Ну, как у нас класс, вы знаете, состоит только из девчонок, и единственный у нас представитель мужского пола – это Сергей. Так вот, необычность, которая царила вот именно на этих уроках, тоже запомнилась. Так, ну вот здесь Лена еще, Алексеева у нас сидит, мы с Леной сегодня еще не разговаривали. Лена, какой ты выбрала себе жизненный путь после окончания школы? Я хочу учить детей. То есть ты решила стать педагогом, да? И чему же ты хочешь их учить? Я хочу учить детей литературе, родному языку. Лена, вот ты, наверное, не случайно выбрала все-таки профессию педагога. Вот что появилось, что послужило толчком к выбору этой профессии? Поделись, пожалуйста, с нами. Ну, прежде всего, это наша школа. Я учусь в нашей школе 10 лет. Недавно, ну, то есть только что сдала последний экзамен по истории. Вот, и все эти 10 лет со мной рядом были мои товарищи, а также учителя. Я ходила к ним на уроки, ко всем учителям с большим удовольствием. Вот, особенно любила уроки литературы, может быть, поэтому выбираю себе такую дальнейшую профессию. Я хочу выбрать только самое хорошее, лучшее, вот, воплотить это дальше в своей творческой работе, в практике, работать с детьми. Хорошо, спасибо, Лена. Счастливо тебе поступить в Красноярский государственный педагогический институт, или ты в университет у нас поступаешь, да? В институт педагогический, и стать тебе хорошим педагогом. Из тебя получится хороший педагог. Ну и последний, Лена, к тебе вопрос такой. Что тебе больше всего запомнилось из школьной жизни? Из школьной жизни? Ну, это, конечно, наши знаменитые вечера. Сколько мы отдавали энергии творческой для подготовки этих вечеров, наверное, такой энергии не отдавали больше никто. Мы не давали покоя ни своим учителям, ни дома своим родителям, не успокаивались сами. Вот. И я хочу пожелать всем ученикам, которые присутствуют сегодня, всем, кто еще не закончил школу, тем, кто еще будет учиться, никогда не бойтесь творчески свои силы пробовать. Пробуйте, потому что это счастливые минуты в вашей жизни, в школьной жизни, ну и вообще в жизни. Вот мы и закончили наш репортаж.
которую мы записывали с десятиклассниками перед экзаменом по истории и после окончания экзамена. И, конечно, хочется пожелать, чтобы все их мечты сбылись в жизни. И хочется посмотреть и записать их пожелания, когда они закончат уже школу, поступят туда, куда они хотели поступить, в институты, в техникумы, через год встретиться и записать их пожелания. Говорит Красноярск. Сегодня 26 июня 2000 года. В программе «Новости». Группа советских торговых работников в составе Бутриной Натальи, Токушевой Людмилы вернулась из Японии, где они представляли на международной выставке советские товары из новых видов тканей, разработанные красноярскими технологами-модельерами Ячковой Ларисой и Шляхтовой Еленой. А сшила эти модели Алферова Екатерина. Модели были признаны самыми лучшими и удостоены главного приза выставки. Мы уже не раз сообщали о многолетнем эксперименте, который проводит Академия медицинских наук города Красноярска на звезде Альфа Центавра в одной из своих лабораторий. Здесь работают три советские женщины-врача – Аширова Светлана, Кульба Светлана и Аллахова Марина. Сегодня они произвели впервые в мире операцию на сердце жителю этой звезды. Операция завершена успешно. В воскресенье наша страна отмечает День изобретателя и рационализатора. И в наш репортаж мы включили сообщение об операторе электронно-вычислительной машины Трофимюк Светлане. Ею внесено уже более 40 рационализаторских предложений, которые позволили сэкономить стране более миллиарда рублей национального дохода. Светлана трудится на вычислительном центре в городе Красноярске. С профессиональным праздником вас, дорогая Светлана! Вот уже несколько лет советская школа работает в условиях претворения в жизнь реформы общеобразовательной школы. И пока о конечных результатах говорить еще рано. Но всегда в советской педагогике можно назвать имена, достойные внимания. И сегодня много теплых слов говорят выпускники школы номер 39 города Красноярска своему педагогу Хрущевой Татьяне, которая с первого класса их обучала иностранному языку. Затронув область педагогики, хочется сказать о новаторе, воспитателе детского сада Чех Елене. Это имя всем нам знакомо. В ее группе с детьми проводится всесоюзный эксперимент. Они с одного года ходят в садик, учатся плавать, разговаривать на трех иностранных языках. Этому их обучает Елена Чех. Вчера в Москве начала работу на выставке достижений народного хозяйства выставка кулинарного искусства. Да, именно произведениями искусства можно назвать представленные здесь изделия. Особое внимание привлекает хлеб, испеченный Маланиной Раисой. Он очень аппетитный на вид и очень вкусный. Здесь же, в павильоне сельского хозяйства, проходят встречи с нашим лучшим зоотехником страны Куркиной Татьяной. Татьяна со всеми делится секретами своего мастерства. Ей удалось впервые в мире путем селекции вывести вид животных, название которым еще не дано. Она со своими питомцами побывала уже в 130 странах мира, и везде ее тепло и радушно встречали. За рубежом. Продолжает расти сотрудничество в области национального обмена между Советским Союзом и Австралией. Один из лучших филологов нашей страны, Алексеева Елена, сразу после окончания Красноярского государственного университета поехала в Австралию и теперь там под ее руководством работает научно-исследовательский институт по обучению коренных жителей аборигенов русскому языку и литературе. И этот институт добился хороших результатов. Советские туристы, посещающие Мапуту, могут спокойно задать вопрос любому жителю Австралии на русском языке и получат ответ тоже на русском языке. Сегодня поступило сообщение из Лондона.
где успешно проходят стажировку наши молодые ученые-экономисты Брюханова Ольга и Алексеева Виктория. Они тоже из Красноярска. Ими разработана целая программа. Называется она «Экономика в семье». И их пригласили поработать в Англии, чтобы внедрить эту программу в жизнь. Конечно же, в нашей стране еще приходится встречаться нам с нарушителями закона. На днях закончилось слушание дела, которое вела Ливантина Александра. Она блестяще справилась со своей задачей и раскрыла целую группу нарушителей, которые были задержаны на станции «Бугач» в городе Красноярске. Все они понесут заслуженное наказание. И последнее очень приятное сообщение. К нам в редакцию пришло письмо от семьи Курчева Сергея. Сам Сергей закончил Красноярский политехнический институт и сейчас проходит службу в Норвегии. А его семья, жена и трое маленьких сыновей, передают ему большой привет и наилучшие пожелания. Мы присоединяемся к этим пожеланиям и желаем Сергею не забывать наш родной город Красноярск и достойно нести службу в Норвегии. В нашем репортаже мы рассказали об очень хороших людях, которые трудятся в нашей и за рубежом. Но этот репортаж самый необычный. Всех этих людей объединяет то, что все они учились в одном классе, в одной школе номер 39 города Красноярска. На этом наш репортаж окончен. Всего доброго.